Бобруйск создает воспоминания на год вперед. Венок дружбы разворачивается по всему городу. Пройти мимо просто невозможно. В парке шоу красок Холли, в микрорайонах танцы и песни, в арт-кафе детское представление и мыльные пузыри. Но основные площадки радуют гостей на территории Бобруйск-арены. Ко дню молодежи здесь проводят квест по крепости, приуроченный году исторической памяти. На сцене под открытым небом творческие коллективы стран-участниц от Колумбии до Китая. В импровизированном зрительном зале нет свободных мест. Окунуться в мировые культуры жаждет каждый. Фестиваль, мы первый раз на нем, и нам все интересно, мы и по городу успели немножечко походить, и уже выступить несколько раз, поэтому все замечательно, мы здесь просто отдыхаем душой и телом. Прекрасный город, шикарный, вообще виды прекрасные, зеленый, очень красивый, люди здесь хорошие. Фестиваль «Запрошаем смарш наестия» – настоящая визитная карточка венка дружбы. Свою продукцию здесь представляют предприятия города. Домочей развернул необычную фотозону – платье из фирменного печенья. Здесь же волшебная мастерская по росписи глазурью. На пробу предлагают широкий выбор продукции – от ароматного хлеба с кусочками сала за рубль 16 до подарочного святочного пряника за 17,97. Все хорошо берут, пряники хорошо берут, ушки берут хорошо. И выпечка у нас тоже своя продукция. Сосиски, пиццы тоже есть. Мясокомбинат приглашает приобрести домой колбасы и сосиски, а на месте шашлык из свинины. 100 грамм – 4 рубля 20 копеек. Проводят тут и благотворительную акцию. За рубль гость получает колбаску, булочку, огурец и домашний сок, а вырученные деньги направят в Центр коррекционного развития. Бобруйска «Громаш» представил продукцию, которая давно полюбилась работникам предприятия. Кекс с апельсиновой цедрой, сосиска в тесте, холодник со сметаной. Все по рублю. В дополнение милкшейк с вишневым сиропом. Всего за 2,50. На главной площадке важные для города события. В рамках фестиваля вручают знаки отличия почетным гражданам. В списке Владимир Кисель, директор завода ТДА. Ванесса Колодинская, заслуженный мастер спорта и инструктор команды внутренних войск МВД. И Александр Парфенович, мастер сцены театра драмы и комедии. Здесь же председатель правления Беларусьбанка Виктор Ананич делает ценный подарок городу. Вручает мэру сертификат на 75 тысяч рублей для покупки автомобиля скорой помощи. Я 47 лет проработал в Бобруйске, в театре. Рад, что моя работа, что мои роли нравились зрителю. Они меня просто как-то подбадривают, поддерживают при встречах на улицах. За официальной частью долгожданное выступление еще одного почетного гражданина. Руслана Олехно встречают бурными овациями. Каждый выход на сцену заслуженного артиста – праздник для преданной публики. Особый антураж создает ансамбль Вооруженных сил Беларуси. Первым делом самолеты, военному корреспонденту, прощание с родиной, смуглянка, молдаванка и, конечно, Катюша. Со сцены звучат песни, которые отзываются в сердцах каждого слушателя. Их знали наши бабушки и дедушки, их знаем мы и будут знать наши дети. Ну, всегда это волнительно, всегда это трепетно и в то же время интересно, потому что это знакомство с новыми коллективами и обмен творческими какими-то энергиями и так далее, и так далее. Поэтому все это всегда праздник. А нас что объединяет? Нас объединяет музыка. Уже в 23:00 в небе раздаются залпы праздничного фейерверка. Салют длится ровно 7 минут. Феерия – хорошая традиция, которая всегда привлекает внимание как бобруйчан, так и гостей города. Красочный аккорд, но не завершающий. Следом Dance Night – подарок бобруйчанам ко дню города. Рага, джангл, регги и дэнс-холл – самые топовые направления звучат со сцены в ночном марафоне. За пультом диджеи из Минска и Москвы. Наша планета Земля, место рождения. Стайл в 2010-м признан лучшим регги-дэнс-холл певцом России. В этот раз его сет создает атмосферу на Бобруйск-арене. Следом за ним самый стильный и синхронный проект S Brothers S. Близнецы покоряют своей безумной энергией с первых секунд. Отличный Бобруйск, отличная атмосфера!
Это очень много людей, хороший вайб, хорошая вибрация, любовь летает в воздухе. Финал фестиваля народного творчества – торжественное закрытие. На сцене представители стран-участниц. Для них слова благодарности и, конечно, подарок. На память символ венка дружбы – аист. Никто не говорит «прощай». Все твердят «до свидания». Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.